обратился бы. Уважаемые граждане, просим оказать содействие в розыске подозреваемого. Криминальная хроника, аналитические материалы правоохранительной тематики, информация об уголовных преступлениях, правонарушениях или других событиях, имеющих отношение к процессу нарушения закона, обзор происшествий, расследования, профилактические и информационные сюжеты – все это в передаче «Дежурная часть». Здравствуйте! В данном выпуске сотрудниками ГУВД выявлен и пресечен факт торговли людьми. Совершивший кражи из машин мужчина заключен под стражу. В Сергелийском районе выявлен факт вымогательства. Подозреваемый в угоне автомобиля задержан в кратчайшие сроки. Вам поступило заманчивое предложение о работе за рубежом с высоким заработком? Не спешите верить малознакомым людям. Будьте осторожны. Не становитесь жертвой торговли людьми. Я загубила будущее своих детей. Я очень сожалею о содеянном. Я совершила ошибку. Не думала, что все так обернется. На данный момент женщина находится в женской колонии. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 135 «Торговля людьми» Уголовного кодекса Республики Узбекистан. В ходе проведения оперативных мероприятий она была задержана сотрудниками Управления службы государственной безопасности Республики Узбекистан по городу Ташкенту и Главного управления внутренних дел в международном аэропорту при попытке отправить девушку в Дубай для занятия проституцией. В начале мая моя знакомая предложила мне работу за границей. Дала номер Лабар. Я ей написала. Женщина сказала, что я должна получить загранпаспорт. Я сделала все, как она сказала. После получения паспорта мне написала девушка Жасмин, проживающая в Объединенных Арабских Эмиратах. Она выслала мне билет и сказала, что встретит меня. После, 27 июня, я обратилась с заявлением в органы внутренних дел. В ходе проведения оперативных мероприятий стало известно, что Лабар должна была найти и уговорить нескольких девушек, желающих работать за границей. За каждую девушку ей полагалось $100 США, а девушки по приезду в Объединенные Арабские Эмираты должны были отработать $2500. Средства потрачены на оформление документов и дорожные расходы. Собранные по данному факту документы были переданы в следственный отдел Ишнабадского района для принятия законных мер. Торговля людьми является серьезным преступлением и грубым нарушением прав человека. Уважаемые граждане, избегайте соблазнительных предложений случайных или знакомых людей о работе за границей. В случае каких-либо сомнительных действий обращайтесь с заявлением в органы внутренних дел. Ответственность за преступление есть правовое последствие совершения общественного опасного деяния, выражающееся в осуждении, применение наказания или других мер правового воздействия судом к лицу, виновному в совершении преступления. Так, благодаря оперативным действиям сотрудников Якосарайского района, мужчина, совершивший кражи из автомобилей, был установлен и задержан в кратчайшие сроки. А ты? Ты вор, джентльмен удачи. Украл, выпил, в тюрьму. Украл, выпил, в тюрьму. Романтика. Так и герой нашего сюжета, вторя отрывку известного фильма, совершив кражу, отправился употреблять спиртное. Он был неоднократно судим за совершение различных преступлений и полжизни провел за решеткой. Освободившись в мае текущего года, мужчина продолжил преступать закон. 31 июля ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он совершил кражу из машины и вскоре был задержан. Выехавшая на место преступления следственно-оперативная группа изучила записи с камер видеонаблюдения. Ориентировки с приметами подозреваемого были переданы личному составу, несущему службу в ту ночь. Благодаря принятым мерам, в течение часа мужчина был задержан. В качестве вещественных доказательств у него изъяли украденный ноутбук, перчатки и железные предметы для вскрытия автомобилей. Таким образом, были предотвращены попытки совершения новых преступлений. В Якосарайском районе я с другом ушел пить пиво на текстильный с Чиланзара.
знакомым, пацанам, девчонкам. Два дня пили. Потом я сказал, идем через Махалю пройдемся. Мы шли через Махалю, прошел где-то 100-150 метров, смотрю, огород стоит, загорожен, стоит на Иксе машина. Я открыл вот эту решетку, зашел внутрь, потом машина стояла открытая. Потом смотрю, сзади салон посмотрел, сзади салон, стоял ноутбук. Помимо данной кражи, ранее мужчина совершил еще одно преступление в Екатеринбургском районе столицы. В ходе беседы он рассказал, что разбил окно автомобиля и похитил деньги. Рассказал, который в Лас-Сити была машина, какого числа я не помню. Она стояла в Махале, вот через дорогу 16-й горе больницы стояла. Разбил окно, взял оттуда 2 миллиона денег. Ну, пошел пить. В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 169 «Кража» Уголовного кодекса Республики Узбекистан. На данный момент проверяется причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений. Вымогательство – это получение противозаконной имущественной выгоды посредством принуждения, воздействия на волю потерпевшего. Одним из способов вымогательства является шантаж, угроза разоблачения, либо распространение позорящих человека сведений. Но не стоит забывать, что раскрытие личных сведений граждан в интернете, в том числе распространение фото и видео непристойного содержания, может привести к возбуждению уголовного дела. Каждый день мы отправляем и получаем огромное количество личных и рабочих сообщений в мессенджерах и социальных сетях. Среди них фото и видео различного рода, которые, попав в руки к беспринципным людям, могут создать лишние проблемы. Так 26-летний Алимджон, войдя в доверие и воспользовавшись наивностью девушки, решил ее шантажировать. Он требовал у нее $900 США взамен за нераспространение видео личного характера. Мы познакомились в феврале-марте этого года. Списывались и иногда виделись. В июне я попросил ее отправить фото без белья. Она сначала не соглашалась, а потом скинула несколько видеофайлов. Спустя некоторое время мне понадобились деньги, и я решил воспользоваться имеющимися видео и стал шантажировать ее. В ходе следствия стало известно, что в начале июля Алимджон получил $400 США и обещал оставить девушку в покое. Но не сдержав слова, он продолжил заниматься вымогательством. Требовал оставшуюся сумму – $500 США. После этого девушка обратилась с заявлением в органы внутренних дел. В ходе проведения оперативного мероприятия Алимджон был задержан с поличным при получении денег. 1 августа на массиве Сергели-2 девушка встретилась с Алимджоном. Убедившись в том, что он удалил все файлы, она передала ему $500 США, после чего злоумышленник был задержан. В присутствии понятых у него изъяли полученные деньги. Собранные по данному факту материалы были переданы следственный отдел Сергелийского района. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 165 «Вымогательство» Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Мужчина находится под стражей. Напоминаем, уважаемые граждане, в случае, если у вас требуют деньги или ценные вещи под угрозой оглашения личных сведений, просим обратиться с заявлением в органы внутренних дел или на номер 102. Органы внутренних дел играют особую роль в обеспечении спокойствия, благополучной жизни населения, борьбы с преступностью и другими правонарушениями, охране общественного порядка, а также выполнении других жизненно важных задач. Так, в ходе проведения оперативных мероприятий подозреваемый в угоне автомобиля был установлен и задержан по горячим следам. Под влиянием алкоголя человек не всегда отдает отчет своим действиям и может совершить необдуманный поступок. Так, 17 июля днем мужчина, находясь под воздействием алкоголя, увидел автомобиль «Эпика» и решил завладеть им. Toshkent shahri Sergeli tumani ichki ishlar organlari faoliyati muhofazasi boshqarmasi navbatchilik qismiga kelib tushgan. Xabarga ko'ra, dejurniy uchastka Sergelinskogo rayona obratilsya mushchina, sobchiv ob ugone neizvestnym litsom yego avtomobila, ostavlennogo na avtomoyke. Na mesto vyekhala sledstvenna operativnaya gruppa. Byli izuchenny zapisi s kamer videonabludeniya i proveden opros svidetelei. Po gorodu byl obyavlen plan perekhvat. Vskore avtomobil byl obnaruzhen. Uzhe na sleduyushchiy den' ranye sudimy 35-letniy Umid byl zadezhen. В ходе беседы мужчина признался, что ему просто захотелось поводить машину, и он собирался ее вернуть. В тот
тот день я немного выпил, был без настроения. Проходил мимо автомойки, увидел автомобиль, черная эпика, и решил проехаться на ней. Я спросил у мойщика, чья это машина. Он назвал имя. Я сказал, что этот человек отправил меня за машиной, и я должен ее забрать. Мойщик попросил назвать номер этого человека. Я продиктовал чужой номер, взял ключи и уехал. По дороге я попал в ДТП, задел чужую машину. После я оставил машину на улице, запер ее, взял ключи и пошел домой. По данному факту следственным отделом Сергелийского района возбуждено уголовное дело по статье 267. Угон транспортного средства Уголовного кодекса Республики Узбекистан. В свою очередь стоит отметить, что в данном случае работник автомойки, поверив на слово незнакомцу, проявил халатность и безответственность, передав ключи от автомобиля. В связи с этим напоминаем, уважаемые жители и гости Ташкента, не оставляйте свой автомобиль без присмотра на автомойках и в автосервисах, а также не передавайте ключи от машины незнакомым людям. Будьте бдительны. Уважаемые жители и гости Ташкента, напоминаем, не стоит оставлять ключ в замке зажигания, а в салоне автомобиля на видном месте ценные вещи. Будьте бдительны. На этом на сегодня все. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы всегда быть в курсе последних новостей, а также телеграм-канал начальника ГУВД Ташкента. Берегите себя и близких. В органы внутренних дел обратился